трудовой коллектив производственной компании «Умная мебель» занимается созданием комфорта не только в наших домах, но и в нашем городе. Выдвигают инициативы по улучшению качества жизни в Химках. Свое желание присоединиться к движению общественной поддержки «Химки интересно жить» сотрудники компании высказали на собрании коллектива. На собрание также были приглашены лидеры движения общественной поддержки Михаил Раев, Ирина Андреева, Татьяна Кавтрева, Глеб Демченко, Инна Монастырская, Галина Болотова и Руслан Шаипов. Каждый живет в Химках, каждый предлагает свои инициативы, каждый дает свои предложения. Очень хорошо, что часть коллектива уже даже знают те предложения, которые активно продвигаются, одобряют, к примеру, ремонт Родины, вышли с другими предложениями, и весь коллектив вступил в наше общественное движение. Все поддерживают, равнодушных нет, все с нами. Участники круглого стола выдвинули важные инициативы по повышению безопасности на дорогах. Они обратили внимание, что в Химках не на всех потенциально опасных местах проезжей части установлены ограждения, защищающие пешеходов от автомобилей. Одной из социально значимых инициатив, по мнению работников данного предприятия, является мост Победы, на котором на сегодняшний день отсутствует ограждение для пешеходов. Это и другие инициативы коллектива пополнят общий перечень на сайте hish.online, где за них сможет проголосовать любой химчанин. Я предлагаю объединиться жителям, чтобы эта инициатива она была действительно загружена, и вы за нее проголосовали. Также сотрудники компании предложили инициативы по строительству дорожной развязки в районе Старбеева и созданию в Сходне новых зон для отдыха. Больше полугода мы собираем инициативы, и удивительно то, что на каждой встрече с коллективами появляются новые инициативы. Сегодня, допустим, высказали инициативу о недостаточности урн на улицах города, небезопасности путепровода через железную дорогу. Те инициативы, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в первую очередь. Кирилл Петухов, Александр Гузаев, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.